паркет имеет расширения тепловые, для того, чтобы не было щелей никаких и так далее. Везде по периметру есть пробковый конденсатор. Да, и зона управления климатом. Значит, здесь выставляется температура желаемая и выставляется режим нагрев или охлаждение. Да, Рафаэль вчера предложил детей туда прятать. Так, у нас еще, соответственно, кресло. Также... Рафаэль сядет на кресло, я конечно. Спасибо. Мы тоже очень рады тому, что смогли оправдать ваши ожидания и предоставить вам этот объект. Это работа, правда, комплимент. Это редкость профессоров, да, найти профессионалов, вас нашли, мы рады, что вы вас нашли. Мы рады, что вы взяли наш проект. Спасибо вот. За ваши старания, умения, что вы нас не оставляете. Нас еще какое-то время будете сопровождать. Еще 7 лет. Еще 7 лет будем вас сопровождать.